Всем привет, с вами Родригес. И Сайбот, всем привет. И сегодня будем обозревать новый мод BMW X5. Офигенный. Смотрите, ребят, как они блестят. Это просто... Они отполированы идеально просто, идеальные, да? Идеальные, да. Потому что они же 2004 года все-таки выпуска, там, как у нас написано было в описании. Да, ну ему в общем... все-таки больше 10 лет. В общем, это... Произведение искусства, да. А не мод. Спасибо, ребят, что вы нам присылаете эти моды. Прикольные, реально, вот мне очень даже уже понравился с самого первого взгляда. Да, внешние, очень прикольные. С удовольствием прям можно погонять на них. Сейчас мы посмотрим более углубленно на них, да? Да, углубленно. А, ну, еще, еще есть такой момент, что на них можно прицеплять прицеп, кстати. Ой, то есть их можно прицеплять, на них можно прицепить какой-нибудь прицеп. Мы тоже это обязательно попробуем сегодня, может, да? Да, сегодня даже попробуем. Ссылочка в описании, можно скачать, если вам такой мод понравился. Под видео можно все это дело скачать. Ну а мы поехали, поехали, Сайбот, куда-нибудь. Так, Родриги, смотри, сразу я открыл дверь, чтобы посмотреть, как тут, что внутри. Зайди в салончик, глянь. Кстати, давай, салон неплохо посмотрим. Так прорисован. Ну как, относительно, конечно. Ну-ка, работает спидометр, тахометр? Да, смотри, работает. Спидометр, тахометр. Все нормально, ну. Нормалек. Вообще салон хороший, я бы сказал, так это грамотно. Когда-то все. Это был люксовый внедорожник. Ну, в смысле, он сейчас люксовый, просто он уже старенький стал. Да. А так, так прикольно. Двери у нас открываются. О, все, противотуманки, смотри, включаются еще. Оп. Фарики и противотуманки. Что там еще у нас? Вообще красиво, смотри, горят как. Прикольненько просмотрится. Смотри, видишь? Ага, сейчас я гляну. Себе включи. Так, двери, противотуманник у нас идет на 5, да? Угу. На пятерочку. Ну что, вообще шикарно, прекрасная вообще моделька, да? Да, просто поехали потрясающе. Покатаемся. Давай попробуем выжать максимум, как обычно. 125 километров, друзья. Ну, нормально. Че, ну, неплохо. По грязи так как оно? Немало, по грязи. Да, а что, она нормально по грязи, в принципе. Хоть не внедорожник прям совсем. Но я думаю, тащит. У нас тут особо грязи тем более нет. Да, особо так. Грязи нету. Ну, у нас BMW X5 грязи не боятся, да? Да. Так, на этой карте мы, кстати, ребят, не закончили с кукурузой. Нам ребята подсказали, а мы просто сами, видать, забыли уже, наверное. Блин, я перевернулся, Родригес, переверни меня, пожалуйста, обратно. Что мы на кукурузу-то, на комбайне поставили жатку для кукурузы, вот что мы забыли. У нас была пшеничная жатка. Нам сейчас нужно поменять. И тогда уже испробовать, да, всякую технику с кукурузой. Потому что она, скорее всего, все-таки созрела у нас. Да-да-да. Хоть она и зеленая почему-то. Мы, кстати, будем использовать этот старый наш комбайн, который тот ржавый Нива. Нива, да, или как там? Да-да-да. В общем, попробуем его. Ну, возьмем новую сейчас жаточку и все сделаем. Кстати, как на жатку на него подойдет какая-нибудь простая жатка или на него не подойдет жатка? У нас нет уже жатки модовской на него. Смотри, в магазине. Жатки модовской? Да, ну как бы... А какая подойдет стандартная на него, что ли? Ну, пробуй стандартную, купи какую-нибудь маленькую жаточку. Хорошо. Прям вообще самую маленькую возьми, просто посмотрим сейчас. Подойдет. Блин, это было эпичное зрелище, как я тебя перевернул. Я тебя пол поля вез. Да, садись. Ну ладно. Это вообще было. А я сейчас просто это маленько отъехал на этом комбайне на нашем. Ну он как бы легко переворачивается. X5, да. Я так вот прям надо аккуратненько на нем ездить. Средненько он так, да? То есть у нас что-то было еще более переворачивающееся, по-моему. Да. Ну, да что мне вот это нравится, здесь у нас засажено под водой, круто. Ну, вот я хочу, уже пора это, собирать кукурузу. Пора собирать. Идет там скоро уже в воде. Испортится. Знаешь, что мы сейчас сделаем? Давай мы сейчас возьмем прицепы и жатку, да? Да, давай жаточку обычную бери сначала, я просто пробую. Подъехал, да? Да, я стою, жду. Все, сейчас. Кукурузу надо пробовать уже. Я думаю, ребята тоже давно ждут, наверное, когда мы будем пробовать кукурузку. Да, это да. Интересно, все-таки созрела она так, зеленая стоит или нет. Так, сейчас мы, значит, включим какой-нибудь прицеп, какой бы нам взять. А, маленький? А, этот, наверное. А, ну хотя, бери маленький сначала попробовать, потому что машина-то низкая, скорее всего, ее подымет опять на назад, да? Как на прошлых у нас. Так, у нас есть какой-то прицеп еще модовский. Ну ладно, давай возьмем обычный, да? Обычный пока попробуем. Маленький, да? Потом, может быть, такой зеленый возьмем. Ну так. Зеленый, который опускается, он прицепное устройство.
Да. Я вот что-то купил, но места здесь не хватает, да? Я давай, наверное, жатку возьми сначала. Давай, сейчас жатку возьму. Так, жатка, жатка, жатка. Простую маленькую. Так, у нас какая тут на кукурузу, я уже забываю. Такая-то. Жатки, сейчас тебе скажу. А, вот я, вот тут, вот тут. Тебе маленькую взять, может быть, а? Красненькую. Давай, 18, да? Которая. Вот эту, да? Ну. Так, давай. Так, под цвет ржавую, нужно тебе оранжевую, наверное, да? Нам, пожалуйста, ржавую, да? Старую ржавую дайте нам. Но за 18 тысяч долларов, да? Нет, такой, походу, не зацепится. Такой не зацепится. Думаешь? Ну смотри, что-то никак. Чёрт. А нет, смотри. Прицеп? О, прицепилась. Все нормально. И тащит? А жопа не поднялась? Машина? Поднялась, поднялась. Ну едет все равно. Ну едет, но неудобно, но в общем опять. А, смотри, что происходит вообще. Че-че. Он у меня цепляется, прицеп. А, вижу, вижу, вижу. Видишь, да? Я не могу даже уехать с распродажи. Не, не пойдет такой. Опа, смотри. Жатку взяла, жатка. Родригес. Да. Давай большую возьмем жатку. Это мы маленькую-то попробовали просто. Бери самую огромную, которая. Маленькая, смешная такая, да? Ну-ка, она подходит, уже ржавая, да, такая? Ржавая. Ну, давайте ржавую. Побольше тебе возьму такую. Поржавее я попробую. Поржавее, думаю, возьми. Нам проржавевшую уже такую продайте, пожалуйста, да? Пожалуйста, всю краску. Это она желтая будет. Тут нету ржавой. Сказали, только желтая. Самую большую возьми. Еще больше? А там в конце где-то должна быть. Ну, наверное, там перевернет тебя. Нет? А, ты думаешь, что по весу большая? По весу может не, ну, ты возьми, мы сейчас попробуем, а если что, мы просто возьмем маленькую. Давай. Это самая большая теперь, да? Да, самая большая, а эту мы сейчас продадим. Так. Давай, давай, давай. Маленькую, желтую продай. Маленькую, да? Или желтую оставь. Ну ладно, сейчас попробуем. Вот эту вот продам. Ну, просто чисто продай, чтобы место не занимало нам, да? Желтую продать, думаешь? Ну, давай ты сначала это... Ты что там, борешься с кем-то там? Да блин, не могу нормально, вот сейчас отвезу я маленько. Ага, давай. Неудобный магазин здесь вообще, ужасно. О, ничего, смотри, не перевернулась? Нет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все. Да вроде ничего, прет, да? Заносит тебя, нет, малость? А, да. Да. Заносит. Но она тяжеловата, да? Ну ладно, давай езжай пока с ней, мне кажется, что. Так, развернуть только надо, точно. Я сейчас еще продам вот этот вот прицеп, потому что он не подойдет. Мне просто интересно, все-таки будет она собирать, нет? И мы сейчас возьмем прицепчик. Да, вот интересно, прикинь, на X5 сделать, например... так, вот я взял прицепчик, есть, там уже стоит. Все. Надеемся, у нас сейчас кукуруза все-таки созреет. Насколько я помню, она должна быть, по-моему, пожелтее, да? Все, собирает. Собирает, да? Наконец-то, есть, все. Прекрасно, прекрасно. Я сейчас подъеду на Бэхе, короче, возьму прицепчик. Это будет вообще супер, да? Да. Оба, нормалек. Кстати, вообще самый классный прицеп это вот именно зеленый вот этот. Слушай, это как-то специально картинка сделана. Вот когда жатка начинает засасывать эту кукурузу, она кукуруза желтая. Вот иди посмотри сейчас. Смотри. Ну-ка. Видишь, нет? Смотри. Видишь картинка? Нет. Ну давай попробуем. А, да-да-да-да. Да, да, видишь, да. Вот, она вот, желтая, вот. Желтая. Да, она желтая. Это, в принципе, прикольно сделали, что она зеленая, только я не понимаю, почему. Это карта так влияет, да? Это, наверное, может быть, от карты зависит вот эта вся фигня, а? Ну, может быть. Вот мы собираем, все ништяк. Ну давай, я сейчас подъеду, будем сгружать. Да? Будет она автоматически выдвигаться там? Или на... Ты посадил кого? Это, работника? Нет, да? Я сам пока. Сам? А. Да, он тут накосячит что-нибудь. А, далеко, да? Прицеп. Смотри, как. Посмотри, какая труба. А, нет, смотри. Коротенькая. А ты ее можешь поднять выше трубу эту? Нет. Ну все, ссыпает, все нормально, работает, работает. Да, теперь ну, мы будем пробовать. Вообще много еще, много интересного, ребят, у нас впереди. По поводу культур. То есть, вообще интересного много. Покажем все в будущем. Пока будем просто пробовать. Давай загрузим еще маленько, или ты так поехал? Ну давай, я подожду немножко, давай, проедься. Мне интересно, сколько она вместимость у нее, там не написано было в описании. А, у тебя, да? Но. У комбайна, ну смотри. 20. И там должно быть центов написано. Это 600. 3 тонны. 3 тонны лазит. 3 тонны, да? Да. Нормально.
А, погоди, а у этого прицепа сколько, я уже подзабывать стал. Так, у этого у нас 21 тонна, да? О, да тут вообще, ну, 3 тонны. А сколько у нас топовые комбайны? По 12 тонн, по-моему, да, были? Да, топовые у нас комбайны были, там много они брали. Не, ну это у нас вообще как бы мод просто пробник. 14,5 там было, там 14-12, 300. Это мы просто испробуем пока мод это, да? Ну, вот смотри, это... нормально тащит, что большую жатку. Нормалек, да? Это скосок, смотри, пошел на горку. Да, пойдет. Ну что, даже ржавый комбайн, подъезжай. Нева тянет, да? Вообще спокойно. Я сейчас тоже хочу на BMW покататься. Подъеду к тебе. Так, ну сейчас мы, в принципе, можем и старые модики попробовать, которые мы не испробовали. Которые грузить можно, правильно? О, ссыпает, все отлично. Так. Да. Все. Теперь у нас все четко будет. Каждый мод будем испробовать на работоспособность, правильно? А то мы просто катались пока что. Обозревали, а сейчас мы даже можем использовать. Не, вообще, на бэхе погонять, я бы сказал, это прям прикольно. Вообще, здорово, да? Да. Она и тащит, в принципе, неплохо. Ну и... Прицеп тащит, да? Да. Ну, нормально тащит. Едет, да? Вообще прям лучше хорошо. Трактора, я думаю, разгоняется-то сколько там? Да. Прицеп. Ну да, она приблизительно как трактор разгоняется. Ну, может, даже быстрее, если вот смотри, на 120 километров, да? А сколько сейчас едешь? Сейчас вот где-то 60, 70. Ну, вообще спокойно, да? Вообще нормально. Ну и хорошо тогда. Очень можно даже использовать замес трактора. Вауч! Нет, да? Ну что я могу сказать? Мод прекрасный, отличный. Мне очень понравился. Мне тоже. Чисто эстетически вообще выглядит прикольно. Эстетически просто прекрасный мод. Прорисован. Смотрите, как это все блестит. Да? Потрясающе, да? Кстати, отражение. Ты видел, какое отражение там? Там какая-то дорога отражается. Или что? Видишь? Трасса какая-то отражается на машине у меня. Где? Посмотри в бок просто. А, просто... А, отражение посмотри, да? А, да-да-да. Трасса, видишь, какие-то дороги, да? Да-да-да. То есть не то место, в котором мы находимся, а просто картинка какая-то. Ну, это да, почти незаметно, но на самом деле... Да, как бы, конечно, это я так просто уже придираю. Да, тонировочка, смотри, на задних сиденьях, да, идет? На сейчас стеклах. Да, на стеклах, да? Да. Ну, вообще, тем более, плюс еще можно цеплять, что-то возить с собой, да, прицепу, да? Да, ну маленький-то можно, я думаю. Маленький. Мы не будем пробовать пока. Да, да и хватит этого, наверное, да? Конечно. Если так вот, допустим, погонять. Ну что ж, друзья, это было здорово. В принципе, мод шикарный. Присылайте нам новые моды. С вами был Родригес. И Сайбат. Мы вам желаем хорошего настроения. Ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте. Ну и всем пока-пока. Всем пока, ребят.